Маргарита из Лесосибирска спрашивает, в каком случае можно взять академический отпуск в институте студенту заочного образования? Что для этого нужно предоставить? Как правило, основаниями могут являться семейные обстоятельства, медицинские противопоказания, беременность или военная служба. Соответственно, каждому основанию нужно представить соответствующий пакет документов. В частности, по воинской службе – это поездка в военкомат. По беременности нужно представить справку о том, что вы наблюдаетесь у женской консультации, и выписку из истории болезни. Относительно семейных обстоятельств они могут быть различными. Это и уход за тяжелобольным родственником, и финансовые трудности, и тяжелое финансовое положение, вынуждающее, собственно, пойти работать и зарабатывать. Но в этом случае необходимо представить документы из органов соцзащиты, в частности, о вашем уровне дохода, в том числе справка с работы. Относительно родственника необходимо представить документы, что он нуждается в постороннем уходе. То есть каждую причину необходимо подтвердить соответствующими документами. Николай из Лесосибирска спрашивает: «Я собственник двухкомнатной квартиры. Кроме меня в ней прописаны моя мама и несовершеннолетние сестры. 5 лет назад они уехали в другой край и сказали продать квартиру. Я не могу этого сделать из-за прописки сестер. Неужели можно будет продать квартиру только когда сестры станут совершеннолетними?» Если мы говорим про снятие несовершеннолетних с регистрационного учета, то это возможно как и в общем порядке, когда они обращаются из законных представителей, так, в общем-то, и через суд. Единственное, что надо понимать, что в том случае при судебном снятии регистрационного учета будут участвовать органы опеки, которые будут заключаться на тему того, не ухудшилось ли положение, возможно ли снять регистрационного учета, не нарушатся ли права, прежде всего, несовершеннолетних. Сергей из Сосновоборска спрашивает: недавно умер отец, он был женат. Сейчас я и его жена вступаем в наследство. По закону дом делится поровну. Мне кажется, это нечестно, ведь они жили всего 3 года вместе, и она ничего в этот дом не вкладывала. Что сделать, чтобы большая часть наследства принадлежала мне? Закон о наследовании не разграничивает и не ставит условия, что срок проживания с наследодателем и вкладывание супругой необходимых денежных средств в имущество наследодателя. Поэтому в этом смысле она, безусловно, на таких же равных основаниях, как и вы, наследует соответствующее имущество. Единственным основанием законным может быть это признание наследника недостойным наследником. В этом смысле вы должны обратиться в суд с исковым заявлением, представить доказательства того, что, допустим, данная супруга совершала противоправные действия, направленные на увеличение ее доли или направленные на изменение доли наследодателя.